Всем привет, мои хорошие, с вами Айки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередной мукбанг. У нас, значит, четыре сосиски кюзляме, очень вкусные, я всегда беру только их. Однажды я пошла в супермаркет и просто спросила у консультанта, так скажем, какие самые вкусные, и она мне показала вот эти сосиски, с тех пор постоянно покупаю только их. Здесь у нас макароны, сверху сыр, обожаю макароны с сыром, и также здесь овощи, помидоры, огурчики, вот. Перчик, базилик и так далее. Запивать мы будем вишневым соком. Не очень люблю вишневый сок, если честно. Просто у меня не было выбора, к сожалению. Был только такой. Ой, господи, как он тянется. Многовато, конечно, здесь. Но я постараюсь все съесть. Потому что я голодная. Завтрак у меня был такой легкий. Всего-то пару булочек и чай сладкий. В общем, уже 2 дня, как я сходила на лазерную эпиляцию. И, к сожалению, у меня ожог. Ожог на ноге, и слава богу, что именно на ноге. Представьте, что на лбу там ожог, да? Сколько я хожу на эту процедуру, никогда у меня такого не было. Я еще слышала, что типа не проходят следы именно от лазера. Я сняла историю. Все-таки, может быть, есть люди, которые тоже сталкивались с такой же проблемой, что лучше применить в таких случаях. Потому что больно. И участок он, то есть небольшой. То есть большой. Где-то размером с паспорт. И честно, на видео даже особо незаметно. Но мне столько людей начали писать: вау, какой ужас. Кто это тебе сделал? Ну блин, я ничего плохого не могу сказать про врача, или как сказать, ну, человека, который делал мне эту процедуру, потому что она очень старалась, очень классно делала эту процедуру, то есть не то, чтобы, знаете, на пофиг, а хорошо делала. Почему так произошло, я не знаю. Может быть, она поставила мощность очень высокую. Она поставила мощность 20, но обычно я делаю 18, не знаю, 17. Иногда 14. Но я как бы не разбираюсь в таких делах. Я даже и не говорила, что поставь такую мощность или еще что-то. В общем, нога конкретно болит. Я ей написала, отправила фотографию. Она говорит: маш пипантемом, или как правильно, ну, в общем, вы поняли, и пройдет. Ну, я не знаю, меня подписчики прям напугали, все пишут, что это все не так быстро проходит, то есть это необычный ожог. Поэтому тут немножко сложно избавиться именно от этого следа. Девчонки, если вас тоже будут эпилировать, так скажем, на скорости 20, я вам не рекомендую. Именно поэтому я вам это рассказываю, что вдруг вас тоже будут на 20-ке бить. Не надо. Лучше на несколько раз больше пойти на процедуру, чем вот так вот. Потом ожог.
Мне еще коррекция, не знаю, пойду, не пойду. Знаете, как-то обвинять именно врача неправильно, потому что она все вроде делала аккуратно, чисто, нигде не оставила ни одного волоска. Поэтому не знаю, что тут говорить. Ну, как-то вот так вот получилось. Макароны. Обалденные просто. Базилик, как всему. Я зашла сегодня в супермаркет. Мне просто интересно ваше мнение. И у нас суббота-воскресенье. Уже принято решение, что суббота-воскресенье будет закрыто все. Начиная от продуктовых магазинов, заканчивая, не знаю, там, всякими ресторанами, кафе и так далее. Это делается потому, что болезнь, она распространяется, коронавирус. Вот, из-за этого пытаются как-то улучшить ситуацию. Потому что суббота-воскресенье все люди гуляют, а потом в результате получается, что зараженных все больше и больше. Я зашла в магазин. А там прям ажиотаж, знаете, на продукты. Все закупаются, потому что 2 дня все будет закрыто. Это естественно. Это нормально. Мы стоим в очереди. В очереди, наверное, где-то человек 7. И каждый с корзинкой стоит. И после меня девушка русская со своей мамой. Вот. Приходит одна женщина. Знаете, ее не назвать и женщиной, и девушкой. Ей где-то 30-35, вот так вот лет. С хлебом. В руках у нее там 5 хлебов. Ну, хлеб, короче, у нее в руках 5 штук. Вот. И она такая говорит: ой, горячо, горячо, горячо. Можете меня пропустить? Говорит, у меня прям руки жжет. Я, конечно, понимаю, что... То есть вежливость и все такое. Как-то неэтично. Она старше меня. Я тем более никуда не спешила. Я думаю, пропущу человека. Что было дальше? Я пропустила, и тут как начали возмущаться люди, которые ждут, то есть люди, которые идут после меня, начали возмущаться, кричать, особенно вот эта девушка, которая после меня. На самом деле видно было, что хлеб не настолько горячий, как она это показывает. Но, возможно, она просто реально куда-то спешила. Она могла бы сказать, что извините, можно я пойду раньше вас, я очень спешу, пожалуйста, и пройти. Но как-то вот то, что она начала врать, что типа у нее горячий хлеб, и она не может прям стоять с ним в руках. Это было тупо. Я пропустила, и получается, вся эта толпа чуть не зарезала меня, ребята. Там вот эта девушка начала говорить, когда же в этом Азербайджане наконец-то будет порядок. Когда же люди научатся стоять в очереди, как нормальные люди. Она такая: девушка, зачем вы ее пропускаете? Вы же видите, она не пожилая, не беременная. Почему не может стоять в очереди? Такая наглая.
таких случаях я просто молчу и смотрю куда-то вдаль. Потом вот эта женщина, так скажем, с хлебом, но человек говорит, что я могу один хлеб тебе дать, иди покушай. Я что-то тоже не поняла этого прикола, зачем ей кушать хлеб, она вообще тебе из-за другого предъявляет. И она такая говорит, зачем мне твой хлеб нужен, я тебе вообще за другое предъявляю. Потом начала, короче, возмущаться еще и мать этой дочки, да, девочки. Как ты разговариваешь с моей дочерью? Я думала, вот сейчас будет Мочилова. То есть одно дело, знаете, просто люди повозмущались и все, да. А другое дело, она не останавливается. И в этот момент кассир тоже, знаете, начинает нервничать, никак не может пробить этот хлеб. А пока она это пробивает, там что-то выясняет, новенькая, видимо, была кассир. Тут вовсю, знаете, война идет. Война не на жизнь, а на смерть идет. Реально так думаешь? Вот надо было этой женщине с этим хлебом получить столько оскорблений. Я в таких ситуациях всегда оказываюсь лохом, который сидит и ждет, а все проходят без очереди. Мне всегда, честно, стыдно кому-то что-то сказать. Вдруг этот человек тоже накричит на меня, и там получится какой-то скандал. У меня испортится настроение. Я потом это расскажу вам. В общем, как-то так. Обычно у нас в Азербайджане из таких вещей, ну как бы наоборот, когда впереди меня стоит какой-то парень, он всегда уступает, говорит, девушка, проходите, я не спешу и так далее. А тут такой скандал, все такие разъяренные просто. А еще вот эта ситуация в Америке. Посмотрите обязательно, что сейчас творится в Америке. Просто ужас. Полицейский убил темнокожего мужчину, да? При задержании. Он просто молил о пощаде. Он так взял коленом, короче, наступил ему на горло. Эти все кадры есть в Ютубе. Вы можете посмотреть. Я сама вчера об этом узнала. Я настолько была шокирована этими кадрами. Посмотрите обязательно, реально интересно. И сейчас у них там везде массовые беспорядки и все дела. Как-то так вот, ребят. Короче, он в Инстаграме показал свой ожог. Посмотрите, пожалуйста, кто разбирается. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Вообще, пройдет, не пройдет. Кто сталкивался с такой ситуацией, вообще, что делать? Бипантен не советуйте. Бипантен. Потому что я им как раз-таки и мажу.
вкуснотища, просто сосиски обалденные, называются кёзлеме. У нас в Баку продаются. Очень вкусно. Иногда берешь сосиски, прям такое ощущение, что ты кушаешь картон. В общем, на этом все. Я, если честно, наелась прям вот досыта. Но я думаю, что где-то через 3 часа сниму для вас еще один мукбанг. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока.